Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал «Посылка из Китая». Сегодня очередной обзор небольшой посылки. Стоила 2,98, добиралась до меня 23 дня, продавец отправил ее за 2 дня. Самое интересное, что почта Лаоса и внутри турбозажигалка. Собственно, сама зажигалка и подарок от продавца, это, я так понимаю, мундштук. Для тех, кто курит, может быть, пригодится. Давайте посмотрим еще, что представляет из себя мундштук. Подарок от продавца. Вот такая штука. Разборная. Здесь уплотнительные колечки. И отверстие для дыма. И для сигареты, соответственно. То есть можно разобрать, помыть. Вот такая копеечная вещь. Не знаю, если кому-то нравится, то продавец молодец, что кладет такие штуки в подарок. Или за мелочи приятно. Давайте посмотрим поближе сначала на зажигалку. Продавца они встречаются в трех цветах, продаются. Это черный цвет. Такая она приятная, такая холодная вся. Как будто даже металлическая и достаточно тяжелая. 52 грамма. Вот так она выглядит. Здесь клапан для заправки. Также хотелось бы отметить клапан регулировки уровня подачи газа. То есть вот этот регулятор, нижняя часть зажигалки вращается. То есть если мы вращаем ее против часовой стрелки, то мы добавляем, как бы откручиваем. Если в обратную сторону, то мы полностью закручиваем пьезо, поджиг, который срабатывает. Естественно, газа там нет, поэтому давайте попробуем заправить. Переходник, который сделан из обычной иглы медицинской, как его сделать? Видео есть на моем канале, ссылка внизу, и здесь тоже в информации будет. Смотрите, берем, просто вставляем сюда баллон и резким движением нажимаем, и газ заливается в зажигалку. Все, зажигалка заправлена. Давайте взвесим ее теперь ради интереса, сколько она весит сейчас. Ну, где-то 54-55 граммов, да? 54 грамма. То есть 2 грамма газа там оказалось, 2 миллилитра. Ну, похоже на правду. Вот и выключил свет, давайте теперь попробуем, чтобы было видно пламя. Все отлично загорается, с первого раза. По поводу вот этого регулятора я оговорился, это фиксатор нажатия клавиш, то есть зажигаем, двигаем его, все, отпускаем клавишу, у нас все равно горит. Двигаем клавишу обратно, все, пламя потухло. Ну что, дорогие друзья, классная зажигалка, мне очень понравилась, компактная, красивая и такая удобная турбозажигалка, которой можно что-нибудь разогреть, подплавить, ну и прикурить, кто курит. На этом все. Если обзор вам понравился, обязательно внизу ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, большая кнопка подписаться внизу. Нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Бросайте курить, если курите, потому что это вредно для здоровья. Всем хороших покупок, всем пока!